Нас в беде не бросили. Просто люди погибли, вы понимаете? Жаль людей. Я же слышала, как они заживо горели. Общая боль, это общая трагедия, потому что все мы земляки и в малом, и в большом смысле. Все мы же проживаем здесь и общался с разными людьми. Вот в том месте, куда упал самолет, огромное множество людей ходит, ездит. Там мог оказаться каждый, любой человек. Поэтому каждый, конечно, должен воспринимать это как личную трагедию, как личную утрату.